Привет всем, меня зовут Айбек Баратов. Я бы хотел обратиться ко всем водителям, ко всем участникам дорожного движения с тем, чтобы вы включали разум, когда обсуждаете вопросы, связанные с ДПС, с их деятельностью, и обращали внимание на поведение самих водителей. Дело в том, что очень многие вопросы, которые мы поднимаем сейчас, да, вот сейчас обсуждаются всеми членами общества, да, которые следят вообще за тем, что происходит в стране, на дорогах, там следят за происшествиями, за сотрудниками ДПС и так далее. Все эти обсуждения, они сводятся к единому какому-то мнению, да, негативному. То есть все гаишники козлы, все они плохие, все они взяточники и так далее. Но это происходит одно и то же изо дня в день. Вы одно и то же говорите и говорите и говорите. Вам не надоело? Да, все знают, что это так. Да, система сама по себе толкает их на то, чтобы они так себя вели. Потому что высококвалифицированный человек, специалист, он никогда не пойдет работать за зарплату в 10 тысяч сомов. Он никогда не будет работать, когда правительство не может обеспечить его ни автомобилем, ни бензином, ни формой элементарной, ни каким-то соцпакетом, никакими гарантиями, ничем. Мы все свидетели того, что вот сотрудниками ДПС как поступают те же самые водители. Вы не видите очень многого, к сожалению. Вы видите то, что вам дают СМИ. Очень многие моменты остаются незатронутыми. Да, есть проблемы. Да, есть проблем очень много, которые без вас, поверьте, без вас всех знают. И в ДПС, и в МВД. Другое дело, что каждый из вас может сделать для решения этой проблемы. Давайте будем обсуждать этот вопрос, как-то более адекватно. Что вы можете сделать? Не надо отнекиваться, не надо говорить, что это не ваши проблемы. Мы платим налоги, они должны все сделать, мы должны только требовать. Вы, паразиты и потребитель, должны сами взять ситуацию в руки. Если государство не может справиться, мы можем сами справиться. Мы должны объединиться конструктивно. Какое-то принять единое решение, протянуть руку помощи тем же сотрудникам ДПС, той же структуре. Мы должны им помогать. И они должны нам помогать. Мы должны помогать друг другу. Хватит уже обсирать друг друга. Если есть замечания конкретные по деятельности того или иного сотрудника, вы это фиксируете, вы это доносите до соответствующих органов, до вышестоящего. И там принимаются меры. Мы должны жить по закону и по правилам. Я хотел бы призвать вас всех еще раз задуматься над этим. Перестаньте просто так скафнить. Это уже всем вот здесь, понимаете? Всем надоело это. Сделайте какое-то конструктивное решение, решение проблем. И тогда мы поговорим в комментариях и позже в моем видеоблоге.